Всем-всем привет, ребята, я сегодня с вами Джамалидин Мурадов. И добро пожаловать на моего канала, Дальнобой 2022, Green and Drought. Так, ребята, у нас сегодня, 9 августа 2022 году. И у нас сегодня, как обычно, обзор про промоц, промоц 2.62. Вышел. Промоц 2.62 для актуальная версия 1.45. Так, ребята, пред осмотрением моего гайда я вас попрошу, как бы, подписывайтесь для тех, кто еще не подписался. Подписывайтесь на моего канала, чтобы не пропустить всякие полезные гайды и т.д. и т.д. и т.д. Так, что ж, ребята, обзор будет продолжаться кратко, интересно, так что, ребята, не переключайтесь, обзор будет продолжаться кратко, интересно. Всем приятного осмотра, обзор, погнали. Так, ребята, у меня, как обычно, идет из чистого листа, из чистого ноля, по такому причине, что у меня много работы, много дела, чаще устаю, то некогда отдохнуться, поэтому как-то так. Что ж, ребята, здесь, как обычно, ничего делать не будем. Попадем к картам мода. И, ребята, хочу отметить, что особо, как бы, не переключайтесь. Дело будет продолжаться со порядка установка мода. Поэтому имейте в виду. Что ж, погнали. Так, это у нас глобальная промоц 2.62. Ирландия, пожалуйста. Так, 0.1 к 1. Ирландия. Исправлено все вот это паромное сообщение. Исправлено. Финмарк, пожалуйста. Девяткая версия. Для актуальной версии 1.45. Для работоспособности потребуется все DLC и DLC Скандинавия. В том числе для работоспособности потребуется промоц. Хочу отметить, что без промоц он работать не будет. Так, это у нас Жан Майен. Бетовская версия 0.2.1. Киров. Кировская область 2.1, пожалуйста. Киров. Сам Русмап 2.44. Так. Так, исправлено коннектор с дорожное соединение, я имею в виду Брест и Селцы, и в том числе исправлено здесь коннектор, исправлено. Так, ребята, хочу отметить, что сейчас некоторое дорожное соединение идет из передушевой версии, поэтому имейте в виду. Так, Шведен Адон Острова от Вомбатрак. Версия 1.11, в том числе Норч, северный обновленный регион, Норч, золотой, холодная карта, выглядит вот таким образом, в том числе себе прописано паромное сообщение, и также добавлено несколько километров, в том числе добавлено 1, 2, 3, 4 города прописано. Ну, это понятно. Так, что ж еще у нас? Юшка, пожалуйста, 10.9. Фикс исправлено для актуальной версии 1.45. Ну, по поводу вот этого хочу отметить, что пока 100% коннектора пока еще не вышел, как бы я вчера приобрел, как бы хотел зафигаривать, не удалось по такому причине, что оказалось, что он из передушевой версии, а манифест начал заругаться, поэтому ожидаем от автора проекта Румения, RoyXCentended, я имею в виду, или от Сергей061, более вроде того. Так, проект Румения 3.1. САС проект ЮКРСК, пожалуйста, проект Турция. Исправлено паромное сообщение. Теперь, ребята, хочу отметить, что
на промо C262 теперь аддон Viva La Malta не потребуется по такому причине, что уже имеет своя Viva La Malta, но видите, здесь произошло недоразумение, я имею в виду коннектор-то нету. Ну, посмотрим на дальнейшее, что будет, того будет. Но это, скорее всего, вам надо... убитое паромное сообщение установлено. Может быть, поэтому и здесь такое же дело. И где вот Фармачевская? И здесь тоже самое такое же дело. Видите, да? Установлено, активировано убитое паромное сообщение. Так, что ж... Обновлена Сибирмап версия 2.3.2, в том числе идет коннектор фикс от Денис Кудинов, пожалуйста, Пенза, Тизер, как Тизран, это все как бы от Денис Кудинов, который исправляет ошибку, вот она. Так, что еще у нас? Волга Мап. По-моему, оно есть, Волга Мап. Пенза, Тольятти, это все как бы Волга Мап со коннектора Сибирмапа. М5, более вроде того, выглядит вот таким образом. Сибирмап 2.3.2. Так, Великая степень. Араловский вариант теперь. Араловский вариант. Великая степень. Арал. Дошла до 1.44+45. Арал, пожалуйста. Исправлена. Шалькар исправлена. Исправлена. Эмби исправлена. Кепсфикс исправлена. Так. Дорога на Азия. Дорога на Азия. Так, ребята, хочу отметить, что по поводу дорога на Азия и вот это АЗГЕ уже имеет отдельный приоритет список варианта мода, поэтому имейте в виду. То есть они как бы все идет вместе, но здесь теперь стало по-другому. Для тех, кто хочет, чтобы не для тех, кто хочет, чтобы не потерял паромное сообщение, то приоритет стало по-другому, поэтому и идет, пожалуйста, выглядит вот таким образом. Далян, где-то здесь добавлено аэропорт, вот здесь где-то здесь добавлено аэропорт на дорога Road to Asia, то есть 1.3.2, там более вроде того где-то здесь. И это еще не все. Теперь мы вернули Java Road Revolution версия 0.4, версия начинается стартовать из 1.44, не замыкает до 1.45. Java Road Revolution 4 версия. И, пожалуйста, знакомьтесь, новая азиатская, восточная, восток азиатская, пожалуйста, выглядит вот таким образом. Он как бы бетовская версия, как бы ждем от автор, который занимается с этого дела. Я что имею в виду? Имею в виду, когда мы его приблизим, видите, что происходит, смотрите, что происходит. Сейчас вот. Это, насколько я понимаю, видите, что происходит, когда мы его приблизим, когда мы его увеличиваем. Вот столько нам удалось его увеличивать, больше ничего сверхъестественного, когда видите, что происходит во время увеличения карты, поэтому это надо, вам надо к автору надо обратиться, автор, который занимается с этого дела. Так, с этого разобрались. Ну, ребята, я понимаю, что успели исследовать вот столько километров, взяли груз из Арала, не знаю, куда мы взяли груз. Взяли ближе восток. Не знаю, что возим, конечно, хотя дело не в этом. Так, исправлено. Macedonia Rework. SAS Macedonia Rework. Коннектор. SAS проекта Балкан, пожалуйста.
исправлена. Исправлена Дурос, исправлена, исправлена Тиранян, исправлена, исправлена Косово, стартовая версия бетовская 1.0. Бетовская, пока бетовская версия идет. Афромап. Афромап мы вернули, передушая версия 3.0. Так. Антарктида. Хотя сейчас вышел обновленная версия. Если что, я на все ссылки оставил на описание. Войдете, посмотрите, что чё, к чему. Антарктида. Но, ребята, я не ставил PGN Damap по такому причине, что PGN Damap перестал контактировать со Java Road Revolution. Поэтому есть конфликт, есть недоразумение, есть вылета, есть разрыва коннектора, ну, разрыва не полностью 100% контачивает. Поэтому я его убрал по такому причине, что мы обнаружили вот это Восточная Азия, чтобы ради коннектора, чтобы контачивал со коннектора. Вот она, видите, да? Восток Азия 0, по-моему, 0.2.1, более вроде того. Это у нас Java Road Revolution. Вернули Java Road Revolution в честь вот это Восток Азия. Так, что еще у нас? MDN, пожалуйста. MDN. Автор, который его делает, каждый день его обновляет. Ну, я так посмотрел, хотя разница никакая не имеется. Я для обновленной версии, ссылка оставлю на описание. Войдете, посмотрите, что к чему. Так, что еще у нас? Ну, по поводу проекта у меня рассказывали. Восстановление Польши Rebuild. Пожалуйста, версия 2.5.4. SAS аддончик. Небольшая аддончик, например, где исправлена полянка. Исправлена коннектор. Как его? Ланьёв. Поляник. Как бы вот все свои дела начинает исправить. Ну, для этого от вас потребуется поддержка моего канала. Как бы за подписка, за хороший комментарий, за хорошую оценку. Вот. А от нас потребуется исследовать все вот это часто города. Но, ребята, что хочу отметить. Как говорится, начало есть, конца нету, конца есть, начала нету. Катайтесь, не катайтесь, дело ваше. Я так посмотрел, мне как бы сборочка понравилась. Хочу отметить, что сборка на номер 41 для, на, то есть, промоц 262 плюс мега сборка на номер 41. По такому причине, что у меня, кроме вот это сам промоц, глобальный промоц, 40 модовая карта, хотя они все модовая карта, как бы, установлена, поэтому имею в виду. Но то, что здесь, как бы, ожидаем от официального автора проекта Re-Extended. Так, Ближе Восток, пожалуйста, 2.62. Так, Красное море, версия 1.4.2. Так, Австралия, по названию Тасмания, версия 5.31. Версия адаптирована из 1.42, дошла до 1.45. Что еще у нас? Так, Судел-Франция, 1.4, как бы, Судел-Франция. Всякие добавлены различные города. Так, восстановление, улучшение, Париж-Ревильд. Я для обновленной версии, ссылка оставил на описание. Так, что еще у нас? Так, где-то здесь есть Юрмала от автор 28, дошла до 29 для актуальной версии, для 1.0. Версия начинается стартовать из 1.43, дошла до 1.45, где вот, например, где Рига, там есть Юрмала, пожалуйста, Юрмала. Так, что еще у нас здесь мы имеем? Что мы еще здесь имеем, пока данный момент? Ну, по поводу коннектора рассказывали, Русмапа рассказывали. Так, обновленный
проект Кавказ со скепс фикса от автор GMS Master Fixes, пожалуйста. Так, что еще? Ну, это Сибирьмап, пожалуйста, Арал, Великая Степень, Араловская варианта для адаптирована для 1.45. Ну, с этого рассказывали, сейчас исправлена Македония Rework, сейчас проект Балкан. Вот. А, еще вот оно, видите, я, блин. Так, аддончик для Афромап, пожалуйста, аддончик для Афромап, где-то, не знаю, 18-28 мегабайт, как бы, себе включает там 1, там 2, 3, 4, в том числе здесь имеется один автосалон Volvo, здесь давский автосалон, насколько я понимаю. Так, Анитеша, так, Бенина, Оре там и Лагос. Лагос, то есть, да, прошу прощения за ошибку. Лагос. Ну, про Антарктида что хочу отметить. Антарктида, той же версия. Сейчас вышла обновленная версия для 1.45 и 44, как бы. Но он мне как бы 1.33, как бы, ну, не знаю, версия 0.8. Дело начинает выполнять офигительно. Вот, поэтому как-то так. Антарктида. Так, все, наверное. Еще, блин, видите, где-то здесь есть улучшение Болгария. Улучшение Болгария. Сейчас улучшение Италия Map. Где у нас? Вот где-то здесь есть Италия Map. Вот она выглядит таким образом. И это еще не все. И где-то здесь есть. Вот она. Улучшение Болгария, пожалуйста. Вот она. Улучшение Болгария. Вот. Все, наверное. Надеюсь, больше ничего не мы не пропустили. Ну, такая сборочка. Просто, ребята, обратите внимательное внимание. При собрании сборка обязательно пропустите Viva La Malta. По такому причине, что если вы не пропустите Viva La Malta, то вот это все часто будет пропадаться. Название будет пропадаться. Ну, сообщение-то остается, но название города пропадет. Когда пропадет, то тогда вы грузы не можете туда возить. Поэтому имейте в виду. Что еще у нас? Корфу, пожалуйста. Без Корфу как бы особо нам некуда. Корфу из 1.43, 1.2. Так, AirHot, пожалуйста, обновленная версия AirHot, пожалуйста. AirHot, версия 8 или 9, более вроде того. Так, что еще? Так, по поводу Италия Map рассказывали, улучшение Болгария рассказывали. Так, Париж Ребильд рассказывали, Ирландию рассказывали. Все, наверное, ребята. Ну, каждого, ребята, что хочу отметить, что каждого не запомнишь, поэтому имейте в виду. Ну, не знаю, на моего железа как бы загрузка, каждая при входе загрузка займет где-то 21 минута. Не знаю, почему так, хотя у меня до этого дня такая фигня, такое дело не было. На 1.45 вышло такое дело. Каждый при входе там указывает... Подождите, пока обновляется данная навигационная, пожалуйста, подождите. Не знаю, каждый при входе опять 25, может за слабое железо, поэтому. И это еще не все. Где, например, Русмапа? Где она Русмапа, блин? Каждого не запомнишь. Но это пожелание, хотите ставьте, хотите нет, дело ваш, дело хозяина, как говорится. Например, Калуга, и вот здесь есть большая аддон. Когда вы приобретете гараж, и что вы получите? Вы получите огромный гараж. Там всякие из прошлого века и нового века. Там всякие Икарузы, Паза, Мерседесы, Ману там и т.д. и т.д. и т.д. Брошено. Всякие устаревшие из прошлого века. Всякие брошено автобусы Паза, Лиазы, там Икарузы, там всякие. Что ж, ребята, все, наверное, на
Но то, что вы здесь видите, нету соединения, но это как бы из автора. Автору надо подождать. Автор, который занимается с этого дела, я имею в виду проект Руминя или проект Руминя ruextenten.ru или от Сергея 061. А так больше ничего сверхъестественно. Ну, если так взять, если мы соединили коннектор SAS POTI, POTI, да. Здесь, думаю, нечего делать. Кутаиси, взяли груз из Кутаиси и так поехали. Вот. Или взяли откуда-то до Кутаиси, приехали, сдали груза на Кутаиси и обратно вернули на нужное место. Ну, такая сборочка на основе промо C262 плюс мегасборка на номер 41. Что ж, ребята, на этот, как бы, я еще с вами еще не попрощаюсь, по такому причине я вам обещал, попадем по порядку варианта установка мода. Так, что ж, закрываем. И, ребята, хочу отметить, что оцените моего КамАЗа, долгозаслуженный КамАЗ. КамАЗ 5941 были вроде того. Что ж, ладно. Хотя дела нет. Выходим. Меню запуск, естественно, да. Так, что ж, ребята, добро пожаловать Euro Truck Simulator 2. Версия 1.45.1.0S64 битка. Пока идет бетовский вариант, как бы открытая бетка. 1.0S64 битка. Не стимовская, не лицензия. Пиратка пашет все свои дела, выполняет отлично. Если, конечно, понимаю, если ребята, если при установке мода, если у вас будет вылета, то ж, извините, это все зависит от вашей руки. Как вы будете относиться к моду, чтобы вылета не получать каждый раз. Поэтому имейте в виду. Что ж, ребята, успели исследовать вот столько уровня 145603. Так, установлено мод 175. Естественно, на конвой как бы несовместимость. Так, что ж, ребята, как обычно, спустимся вниз. Плавно. Что ж, ребята, погнали. Так, Индонезия. Версия начнется стартовать из 1.43. Дошла до 1.45. Устанавливаем. Я на него, если что, я ссылка оставлю на описание, где-то 293 мегабайта. Так, каким приоритеты должны быть? Индонезия New Road Part 3. Индонезия New Tolaget Taugaite Prefabs Part 4. Индонезия New Thing End. Навигационная версия 1:1.38. Индонезия New Road там Bullying, ну я с английским плохо разбираюсь. Так, Индонезия New Prefabs. Индонезия Map Overlay версия 1 Prefabs Model 2. Так, Южная. Ну, то есть, так, Южная Азия, MAP, версия 0.1.1. Так, Южная Азия, Соучерен, то есть, Южно-Восточная Азия, да, то есть, Южно-Восточная Азия, MAP, затем DEF, откроем, ничего не указывает. Приступаем. Австралия по названию Таусмания. Версия начинается стартовать из 1.42. Обновленная версия дошла до 1.45. Устанавливаем с таким приоритетом Model Map Dev. И приступаем. Java Road Revolution, как я вам рассказывал. Java Road Revolution версия 0.4. Версия начинается стартовать из 1.43. Дошла до 1.45.
с таким приоритетом Живорот Revolution Assets Model 1, Живорот Revolution Assets Model 2, Живорот Revolution Dev and Map, Австралия, Тасмания, Dev исправляет паромное сообщение, хотя если у вас оно есть, ставьте пожелания, хотите ставьте, хотите нет, дело ваше, по такой причине, что он начинает соединять со PGIndomap, где колесария, поэтому у меня сейчас оно нету. Ну, я его перед вами я его не исключу, если что, потом попозже я его исключу, как бы. Приступаем. Следующее. Так. SR-Map. Южного регион. Model 2. Model 1. DevNmap 1.45. Обновленная версия. Устанавливаем. Приступаем. Навигационная. Саучерен регион. Ferio навигационный фикс исправляет от автор GMS Master Fixes. Устанавливаем. English City Name для тех, кто чаще хочет использовать свободную камеру на территории южного региона. Ставьте высоком приоритет от автор GMS Master Fixes. Устанавливаем. Приступаем. Волга Map от Александр Настеров. 1.2. Дошла до 1.44 обновленная версия. Устанавливаем. И коннектор. Коннектор, как я вам рассказывал. Так. Коннектор, который от Денис Кудинов, где Пенза и где Тизран. Это оно и есть, как бы соединяет и исправляет ошибку. 1.3.1. Устанавливаем. И приступаем. HID VIP Roads Cities для Volga Map исправлять засекреченная дорога. Устанавливаем. И приступаем. Так, приступаем. English City Name для тех, кто чаще использует свободную камеру на территории Volga Map, ставьте высоком приоритета. Приступаем. Сибирь Map, версия, как я вам рассказывал, версия 2.3.2, для актуальной версии 1.45, для работоспособности потребуется все DLC, устанавливаем, с таким приоритетом. Так, Сибирь Map, Model 2, Сибирь Map, DevNmap, коннектор, SAS Volga Map, тоже от Денис Кудинов. От автор 10 будет. Устанавливаем. Версия начинается стартовать из 1.44. Дошла до 1.45. Устанавливаем. И приступаем. Великая степень. Для актуальной версии 1.45. Адаптирована Араловский вариант. Как я вам рассказывал. Вот она. Араловский вариант, версия той же версия 2.0. Устанавливаем с таким приоритетом. Great Step Aral Model, Great Step Aral Map, Great Step Aral Dev, Great Step для тех, кто хочет чаще использовать свободную камеру на территории вас великой степени. Great Step ставьте высоком приоритетом. Устанавливаем и приступаем. Aral обновленная версия дошла до 1.44. Версия той же версия 2.0. Устанавливаем. И приступаем. Caps Fix, который исправляет между MDN, Shalkar, более вроде того. 1.4. Устанавливаем. И вот, ребята, по поводу вот этого коннектор, как я вам рассказывал, как я вам отметил. Например, вот это ASG 1.45. Если мы его ставим, как обычно, как передушая вариант, если мы ставим выше проекта Румыния, то мы просто потеряем вот это все коннекторы, вот это все паромные коннекторы, паромные сообщения мы потеряем. Поэтому
ставьте в низком приоритете, где у вас орало. За орало ставите вот это АСГЕ 1.45. Затем пойдет фикс. Азербайджан, Греция, промоц, промоц медли ЕС, фикс, чтобы совместимо, чтобы вы могли взять из груза там, из Медина там и куда-нибудь там дальше. Поэтому, например, там Тбилис или там так далее, так далее. Ставьте высоком приоритете и приступаем. Паромное сообщение. Паромное сообщение тоже он как бы действует, выполняет отлично. Файл скачивается с сайта rextenten.ru, если что, я на ссылку оставлю на описание. Устанавливаем 2.0, версия начинается стартовать из 1.43, дошла до 1.45, устанавливаем. И приступаем. Обновленная версия Азербайджан, Греция, Южного региона 1.45, Road Connector, файл скачивается с сайта rextenten.ru. Устанавливаем и приступаем. Проект Кавказ. Проект Кавказ адаптировано под 1.44, версия той же версия 1.0 аддон. Себя включает Махачкалы, Ксезма и вот это как его Михар, и исправляет все дорожные сообщения. Исправляет. Устанавливаем Махачкалы, как бы Ксезма, Дебрент, более вроде того, устанавливаем. Caps Fix для совместимости большинства карта, как карта Promos или там другой, чтобы начал контактировать отлично, чтобы вы могли возить груз, например, из Махачкалы до куда-нибудь Promos, поэтому имейте в виду. И приступаем. Дорога на Азия, Route to Asia 1.3.2 устанавливаем с таким приоритетом. Так, Road to Asia Assets Model 1, Road to Asia Assets, Road to Asia Dev and Map, Road to Asia. Так, паромное сообщение. Хотите ставьте, хотите нет, дело ваш. Я его ставил. Результат никакие не, смысл никакие не увижу. Я имею в виду, там нету паромное сообщение. Может, он со спромоция несовместимость, более вроде того. Приступаем. Так, вернули Aframap 1.36, дошло до 1.45. Но я на описание оставил на обновленной версии. Устанавливаем. И приступаем. Русмап DFX подскажи 2.44. Устанавливаем. Версия начинается стартовать из 1.44. Дошла до 1.45. Устанавливаем. И приступаем. Сам промоц. Промоц. Так. Промоц 2.62. Модель подскажи. Промоц 2.62. Модель 2 подскажи. Промоц 2.62. Модель подскажи. Промоц 2.62. Ассетс подскажи. Промоц 2.62. Медио подскажи. Промоц 2.62. Мап подскажи. Промоц 2.62. Дефинишн подскажи. Промоц плюс Road to Asia. Паромное сообщение. Устанавливаем. Приступаем. Паромное сообщение. Промоц плюс Южного региона. Паромное сообщение. Версия начинается стартовать из 1.43. Дошла до 1.45. Устанавливаем. И приступаем. Восстановление Польша Rebuild 2.5.4 как бы адаптирована. Версия начинается стартовать из 1.44. Дошла до 1.45. Устанавливаем с таким приоритетом. Assets подскажи. Models подскажи. Map подскажи. Definition подскажи. Fix. Когда вы его приобретете, обязательно не пропустите фикс. По такому причине, если вы его пропустили, во время загрузки есть вылетов. Поэтому имейте в виду, адаптировано под 1.45 для актуальной версии. Для совместимости потребуется все DLC плюс промоц 2.62. Устанавливаем. И приступаем. Для тех, кто хочет чаще возить
на прямые заказы Special Transport. Для работоспособности потребуется DLC Special Transport. Если у вас есть DLC Special Transport, то это хорошо. Если нету, то обратитесь к автору. Автору или там разработчика SES блок, я имею в виду, устанавливаем. И приступаем. Антарктида 0.8, как я вам рассказывал, версия начинается стартовать из 1.33 плюс 34. Дошла до 1.45. Для работоспособности потребуется Promats, Rusmap, South Region, проект Balkan, Russian Open Space, EAA и т.д. Устанавливаем. Map, затем Dev. Устанавливаем. И приступаем. Антарктида, паромное сообщение. Про паромное сообщение МК Мурда Скотта и Скотта плюс там Мерсина. Есть паромное сообщение. Устанавливаем. И приступаем. МДН. Версия пятерка. Версия начинается стартовать из 1.31. Дошла до 1.45. Для работоспособности потребуется все DLC плюс DLC Иберия, DLC Балтика, DLC Черное море, плюс для работоспособности потребуется Promats 2. Ну, любой Promats. Устанавливаем. И приступаем. Latvia Rebuild, где Юрмала. Версия из 1.28 дошла до 1.29. Версия начинается стартовать из 1.43. Дошла до 1.45. Устанавливаем. И приступаем. Ирландская область. Версия 0.1:1. Устанавливаем. Версия начинается стартовать из 1.39. Дошла до 1.45. Устанавливаем. Приступаем. Улучшение Болгария, как я вам рассказывал. Версия 0.9. Версия начинается стартовать из 1.34. Дошла до 1.45. Устанавливаем. Приступаем. Италия Improver. Для работоспособности потребуется DLC Италия плюс Promats 2.62. Устанавливаем. Версия начинается стартовать из 1.44. Дошла до 1.45. Устанавливаем. И приступаем. Finnmark. Версия 11. Версия 8.0 адаптирована под 1.45. Устанавливаем для актуальной версии. И приступаем. Шведская холодная северная регион. Map. Версия начинается стартовать из 1.44. Дошла до 1.45. Для работоспособности потребуется все DLC плюс DLC Иберия плюс DLC Балтика Черного моря. Плюс для работоспособности потребуется Promats 2.62. Устанавливаем. И приступаем. Promats. Ближе Восток 2.62. С таким приоритетом Assets подскажи. Definition подскажи. Map устанавливаем. А для актуальной версии 1.45. И приступаем. Приступаем. Так, от автора Jerry GMS Master Fixes. Так, Израиль, Лебанор, Апен, полицейский участок, более вроде того, устанавливаем. И приступаем. Рецай, по названию Красное море, 1.42, устанавливаем. С таким приоритетом Рецай Assets подскажи. Рецай Мап подскажи. Приступаем. Проект Балкан. Версия начинается стартовать из 1.43. Дошла до 1.45. 5.2. Устанавливаем. Assets подскажи. Мап подскажи. И Definition подскажи. И приступаем. Македония Rework. Македония Rework. Материал по названию Assets 1.4.2. Так, Map подскажи. И Definition подскажи.
Фикс. Фикс исправляет для совместимости южного региона, чтобы вы могли возить из Тераньян до там, не знаю, до Туапси или там для Чаракаевска, там были вроде того, чтобы вы могли, чтобы у вас удалось возить грузы, поэтому имейте в виду, ставьте высоком приоритета. То есть, вот она, прошу прощения, вот она, фикс. Версия начинается стартовать из 1.35, дошла до 1.45, устанавливаем. Приступаем. Для совместимости восстановления Польша Rebuild, Macedonia Rework. Версия начинается стартовать из 1.38, дошла до 1.45, устанавливаем. И приступаем. Исправлена Macedonia Rework, исправлена дорога по названию А1, Е75, дорожный фикс, устанавливаем. От автора Master Fixes версия начинается стартовать из 1.44, дошла до 1.45, устанавливаем. И приступаем. Убитое паромное сообщение, как я вам рассказывал, вот оно, убивает некоторые паромные сообщения, фикс, 1.44, дошла до 1.45, устанавливаем. И приступаем. Паромные сообщения Дурас. Например, где Бери и Дурас, между них есть паромное сообщение. Устанавливаем. И приступаем. Проект Балкан плюс Macedonia Rework. Дорожное сообщение 1.3. Версия начинается стартовать из 1.40. Дошло до 1.45. Устанавливаем. И приступаем. Небольшая аддоновская бетовская версия Косово, который себя включает там два города по названию там Ливжа и там еще другая, не помню. Косово. Версия начинается стартовать из 1.43, дошла до 1.45, промодовская версия, устанавливаем. И приступаем. Русмап. Русмап 2.44, как бы мап подскажи, то есть модул 2 подскажи, модул подскажи, мап подскажи 2.44. Фикс. Русмап. Фикс исправляет. Исправляет хавать FPS более вроде того. Версия начинается стартовать из 1.44. Дошла до 1.45. Устанавливаем. И приступаем, как я вам рассказывал, отметил передушее паромное сообщение. Дорожное сообщение. Прошу прощения за ошибку. Так, промоц 2.61 плюс Русмап 2.44. Road Connector, дорожное сообщение, версия 1:1. Версия начинается стартовать из 1.44, дошла до 1.45, устанавливаем. И приступаем. Вот это Калуга автопарк. Но это по желанию, хотите ставьте, хотите нет, дело ваше. Для работоспособности потребуется Русмап, без Русмапа он работать не будет. И также здесь указывает не для слабого ПК, поэтому имейте в виду. Версия начинается стартовать из 1.41, дошла до 1.45, устанавливаем. И приступаем. SR Map Fix, SR автопарк, чтобы приобрести гараж, чтобы вылета не было, чтобы контачивало нормально, ставьте высоком приоритета, устанавливаем. И приступаем. Реклама. Для работоспособности потребуется DLC Балтика. Устанавливаем. Для DLC Балтика и для DLC Черном море. Устанавливаем. И приступаем. Киров, Кировская область. Более информации можете получить. Группа ВКонтакте. Если что, я ссылку о нем оставлю на описании. 1.44. Дошла до 1.45. Устанавливаем. Приступаем. Фикс. Фикс, чтобы совместимость была со Сибирь Map, чтобы при бывании паромное сообщение вылета не было, исправляет вот это вылета от Jerry Master Fixes, версия 0.1, устанавливаем. И приступаем. Caps Fix, по-моему, для Русмап, более вроде того, версия начинается стартовать из 1.43, дошла до 1.45, устанавливаем. Приступаем. Mediterranean Expansions. А для актуальной версии 1.44. Дошла до 1.45.
Для работоспособности потребуется промоц, промодовский файл, все промодовские файлы. Версия начинается стартовать из 1.44, дошла до 1.45, устанавливаем. Приступаем. R-Hot, R-Hot 1.0, бетовская версия 1.44, хотя изменений никакие изменения я не вижу. Устанавливаем. Версия начинается стартовать из 1.44, дошла до 1.45, устанавливаем. И приступаем. Паромное сообщение из RHDDA Mediterranean Expansions. Паромное сообщение. Версия начинается стартовать из 1.39, дошла до 1.45, устанавливаем. Приступаем. R-Hot промодовская версия. Паромное сообщение. Паромное сообщение. Для работоспособности потребуется промоц и промодовский все файл. Устанавливаем. Приступаем. Наш долгозаслуженный проект Румыния 3.1 по такому, ну, с таким вариантом. Assets подскажи, Model 2 подскажи, Model подскажи, Prefabs подскажи, DefenMap подскажи, English City Name для тех. Это освещение для всей версии, как бы для всей версии проекта Румыния. Версия начинается стартовать из 1.41, дошла до 1.45. Фикс справлять светофор, более вроде того. English City Name для тех, кто хочет чаще использовать свободную камеру на территориях проекта Румыния и проект UKRSK. English City Name ставьте в высоком приоритете и приступаем. Fix. Fix re-extended. R-Hot для работоспособности, для совместимости. Версия начинается стартовать из 1.40. Дошла до 1.45. Устанавливаем. И приступаем. Обновленное дорожное актуальное сообщение. Promots Middle ES re-extended 1.45. Устанавливаем. Приступаем. Re-extended. Все версия для RusMap 2.44. Файл скачивается с сайта rexcenten.ru. Ссылка я о нем оставлю на описание. Войдете, посмотрите, что к чему. Есть платная версия, есть бесплатная версия, поэтому имейте в виду. Но у меня пока в данный момент идет бесплатная версия. Я понимаю, что это денежный вариант. Не знаю, сейчас вообще-то его сложно стало купить, сложно стало приобрести, поэтому имейте в виду. Приступаем. Польша, аддон 1.6, где полянка и где там несколько города добавлено. Версия начинается стартовать из 1.44, как бы дошла до 1.45, устанавливаем. Приступаем восстановление Париж Ребилд. 3.1, устанавливаем. Версия начинается стартовать из 1.42, дошла до 1.45, устанавливаем. Шведен Адон Острова. Версия начинается стартовать из 1.37 с поддержкой DirectX 11, версия 1.11, дошла до 1.45, устанавливаем. Приступаем. Аддончик для Афромапа, который себя ведет там 4 города по названию Логос, Оре, там Бенина и там Аниша. Аниша были вроде того. Версия начинается стартовать из 1.44, дошла до 1.45, устанавливаем. И приступаем. Судел Франция 1.4. Версия начинается стартовать из 1.44. Дошла до 1.45, устанавливаем. Приступаем. Корфу 1.2. Версия начинается стартовать из 1.43. Дошла до 1.45. С таким приоритетом модул. DefenMap. Промодовская версия. Устанавливаем. Приступаем. Корфу. Промодовская фикс. Для совместимости промодовская вариант. Ставьте высоком приоритета от автора GMS Master Fixes. Устанавливаем. И приступаем.
проект Гренландия. Версия начинается стартовать из 1.39, дошла до 1.45, устанавливаем. Так, сам проект Гренландия, паромное сообщение, с промодовская версия, версия 0.05, от автора Ксориукс, были вроде того, паромное сообщение, устанавливаем. И приступаем. Жан Майен, версия начинается стартовать из 1.40, дошла до 1.45, версия 0.20.1, устанавливаем, только промодовские версии. Для работоспособности потребуется все DLC, плюс DLC Балтика, DLC Черное море, DLC Иберия, и плюс для работоспособности потребуется промоц. Промоц пока в данный момент потребуется промоц 2.62. И замыкаем Euro Truck Simulator 2, доступную мировую карту, подложка для всего мира для Euro Truck Simulator 2, от Freeman, от автор Freeman 642-646, версия двойка, устанавливаем. И приступаем. Crash Caps Fix. Crash Fix. Ну, это пожелание, хотите ставьте, хотите нет. Это исправляет при увеличении, при зума, исправляет валиту. Поэтому имейте в виду. 1.0. Версия начинается стартовать из 1.43. Дошла до 1.45. Устанавливаем. Что ж, ребята, на этот все как бы завершаем. Давайте, ребята, еще раз вместе с вами прочитаем, сколько сборка у нас, сколько карт у нас получилось. Что ж, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, так, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, как бы, 45, 46. То есть, прошу прощения, ребята, то есть, смотрите, у нас так, промоц плюс мегасборка на номер 30, на номер 45. Да, более вроде того, на номер 45. Что ж, ребята, при правильном активатор мода принимаем применить. Так, ребята, что хочу отметить. Так, при создании нового профиля обязательно используйте облако Steam. Снимайте, он как бы дважды он повторяется, вам задавать вопрос. Обязательно его исключите, чтобы вас и другие во время входа вас и другие не отправил администратор Steam или администратор World of Truck. Поэтому имейте в виду. Что ж, ребята, надеюсь, гайд кому-то помогло, гайд кому-то было интересно, гайд кому-то было, ну, да. Что ж, ребята, спасибо за внимание, спасибо за осмотр, спасибо за действие, спасибо за подписку, спасибо за хороший комментарий, спасибо за хорошую оценку. Берегите себя, берегите свои близкие. С вами был Джамалидин Мурадов, и вы находились на моего канала.
Green and Route, дальнобой 2022. Берегите себя, берегите своих близких. Всем пока-пока, до следующего выпуска. Всем пока-пока.